Нуб против. Бро против. Читер 777. Нуб против. Бро против. Читер 777. Опять сори. Нуб против. Бро против. Читер 777. Нуб. Так, вот я сошел на пару стастер, какой бы мне режим выбрать? Да, Шахва Кристалл, но я там поиграл. Ой, ну вот это, невозможно. Ты тоже так сложно, вообще прям не могу просто. О, а давайте поиграем с столкновением. Давайте обратно сюда, ну, надеюсь, все получится. Бро! Так, вот я бро сошел в Бравл Старс, и что тут у нас? Да, что ли? Просто невозможно, капец. Это просто капец, как невозможно. Ну, давайте выберем одиночно, потому что я все это сам справлю. Читер 777. Так, вот я читер 777 сошел в Бравл Старс. И игроки у нас карты есть. Так, загрузка стрелов. О, давайте поиграем в столкновение. Все там будут. Там шутройно выберемся. Все туда будут идти. Ну, пойдемте по фарме. Нуб против. Бро против. Читер 777. Нуб. Так, я нажимаю кнопку бой и меняю все наоборот. Так. Тут, а как не стрелять? Как не стрелять, господи? А что тут управление такое сложное? А, на атаку. На атаку надо нажимать. Блин, какой я нубик. Какой я нубик просто. Ой, тут какой-то зомби. Как, кстати, как ее зовут? Он посолтается сундуки ломать. Не, я этому не позволю. Так. Давай, уничтожай. А, нет. Фу. Тетя, давай, убей ее. Я сам ее убью. Не. Господи, меня не убили. Так. Давай, быстрее. Везде враги меня убили, но ё-моё. Бро. Так, вот я бро зашел в бой. Так, там какая-то Джеки, но я с ним просто справлюсь. Давай, подходи сюда. Ты чё, боишься меня? Вот так. Подошла ко мне и такая, типа. Вот. Надеюсь, уже ночь. Надеюсь, Читер 777 не придёт к 18 августа 2018 году, блин. Так. Вот еще один. О, какой-то... О, блин, какой-то грёбаный джин. Ай-яй-яй-яй, давай, быстро. Ну, ничего страшного, может, я проиграю, и все-таки нет. Читер 777. Так, вот я читер 777 сошел. Столкновение, ой, как это грёбаные роботы, я с ним легко справлюсь. Читы использую, потом нормально, и все, давай. Я же могу просто телепортироваться. Так зачем мне улетать? Я могу просто телепортироваться в кусты. Вот, ребят, видели, как все просто? Алло. Читы бесплатные на Brawl Stars. Обязательно заходите тут. Можете пофармить меня ножичкой и так далее. Нуб. Нуб против. Бро против. Читер 777. Нуб. Так, вот я, в принципе, перешел на этот режим. Потом... Вот с легкостью, потом. Вот смотри. Так, стой, читер 777. Так. Быстро. А, не надо меня убивать. Не надо меня убивать. Фу. Так, а вот убивает. Зачем иди? Да! Не, я боюсь себя. Так. Я же не могу просто стрелять. Я же как нубик. Пожалуйста, никому это не рассказывайте. Пожалуйста. Фух. Пока что Тика убью. А? Сейчас, подожди, давай, быстро. Вот так. Так. Нет. Я боюсь. Ну, давай, быстро. Ой, еще Тика. Нет, у меня... Бро.
Так, вот я побежал отсюда. Так. Ой, смотрите, там что? Там что? Читил все. Так, надо быстро ее срочно убить. Так, он... Смотрите, я ее убил напросто. Блин, надо просто... Так. Что мне делать? Так. О. Так. О, Эль Примо, ты вонючий. Эль Примо, давайте. Вау! Ого, нифига ты себе. Посмотри на это. Как же все это легко. Вот видели вот это? Так, вау. Блин, нельзя же так. Уху! Перезаряд энергии. Так. А! Фух, чуть меня этот блок не убил. Надо поскорее занять... Так. Надо поскорее занять топ-1, пока мой аккаунт не пострадал. Читер 777. Так, ну я сейчас вот это пофармлюсь немножко. Так. Вот так. Ой, какой-то робот вонючий. Так. Давайте. Вау! Давай! Вот это я понимаю, читеры. Так, а вы что тут творите? Так, быстро свалились, срочно. А ну-ка, я кому сказал? Валите отсюда! Вот, и так далее. Вот. Видели, как все просто? Я могу просто читерить и просто уйду накопить несколько раз. Вот, потом вот это. А потом как-то появятся роботы, я сразу нажму на кнопку «Уйду». Вот, нажимай. Так. Вот, смотрите, вот. Я могу бесконечно использовать ульту. Сколько захочешь, ведь читеры это просто... Ведь читы это мое второе имя. Так. Ну все, я понимаю. Вот это я понимаю. Читы это мое второе имя. Так, все, робот вонючий, давай, пошел вон отсюда. Пошел, я сказал. На тебе все. Вот это я понимаю. Читы мое второе имя. Нуб против бро, читер 777. И всем хеллоу, ребята. И сегодня хочу поблагодарить этим ребятам. Спасибо огромное, то, что вы набрали много-много лайков и тысячи комментов. И 100 комментов под прошлым видео. И вы уже набрали много комментов, так что вы напросились. В общем, ребята, если вам кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, держите колокольчик, еще вступайте в мою группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем пока!